Красноярское БСМП. Врачи на майских выходных сделали операции двум больным коронавирусом. У одного из пациентов был перелом и множество сопутствующих патологий. И буквально на следующий день хирургическое вмешательство понадобилось женщине. У нее были гинекологические проблемы. Все прошло успешно. Этих пациентов уже готовят к переводу в отделение ковид-госпиталя. Известно, что обе бригады, проводившие операции, это вторая смена специалистов, которые работают в инфекционном отделении. Именно там оборудован специальный оперблок. Для безопасности персонала клиники еженедельно тестируют на COVID-19. Все операции проводят в спецкостюмах. Также известно, что обоих пациентов привезли в БСМП из других больниц. Только здесь есть необходимые для хирургической помощи зараженным коронавирусом. Красноярская инфекционка изначально спроектирована и построена с учетом того, что больным и здесь может понадобиться хирургическое вмешательство. Но до недавнего времени этот оперблок был законсервирован. Сейчас же его пришлось запустить. Туда вводились специалисты нужного профиля, то есть там травматолог, хирург. Вот. Их силами были проведены операции. Затем эти пациенты оставались в обсерваторе для того, чтобы в дальнейшем производить динамическое наблюдение этих пациентов.